Коллеги, добрый день. Меня зовут Таку Иван. Я являюсь сотрудником компании Сингента. Мы сейчас находимся на полевом городе Липецка. И сегодня мы с вами поговорим о гербицидах на кукурузе. Если мы посмотрим сейчас на участок, контрольный участок, то мы видим, что участок он заросший. Падалица под солнышко везде. Видим марь. Видим куриная проса, злаковую культуру, щерицу, то есть плюс здесь еще венок. Вот, посмотрим. Если мы сейчас посмотрим налево, мы увидим участок кукурузы, который после применения люмакса дозировки 4 литра на гектар абсолютно чистый. Мы видим, что падается подсолнечника уничтожено. Видим куриная проса, также люмакс убрал. На данном участке мы применяли люмакс, как я уже сказал, 4 литра на гектар, фазу 3 листа культуры. Ну что ж, коллеги, сейчас мы перейдем на другой участок, где мы применили наш супер новый гербицид под названием Милагро Плюс в составе Дикамба плюс никосульфурон. Коллеги, здесь была дозировка Милагро Плюс 1 литр на гектар. Фаза культура 4 листа. И мы переходим к нашему гербициду, прекрасному препарату Элюмись 1,7 литра на гектар. Как вы видите, Элюмись прекрасно сработал, падалица под солнышко уничтожена, куриная проса уничтожен, марии нету, щерицы нету запрокинутой. Коллеги, а сейчас мы посмотрим, как работает люмакс довсходово и Элюмись полярно. И что мы видим? Коллеги, что мы видим? Ну где здесь сорняки, коллеги? Ну где здесь сорняки? Здесь их нет. Почему? Потому что после посева кукурузы мы внесли люмакс довсходово 3,5 литра на гектар. И 4 листа полярно мы отработали с Элюмисом. Спасибо за внимание.